Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ежедневные награды за Лигу Мастеров Одна Звезда. Да, друзья, я уже именно там нахожусь. Ну, может быть, сегодня меня, конечно, и сбросили. Мы это с вами дело увидим. Так, давайте посмотрим, что нам достанется в этой колоде. Так, Валька, что ли, там, нет? А, Карайка. Караюшка, ладно. Так, задание мы с вами выполнили, забираем реворд. Поднять уровень персонажа, это все понятно. И нам нужно сразиться в боях. Так, ну что, бои мы с вами делаем по старому способу, да? Нам нужно прокачать антивирус, и для этого нам нужно два фотоаппарата. Ну что ж, давайте попробуем найти как раз вот на фарме Рахзара, да? Угу, пока нам достается только лишь какой-то комикс никчемный. Да ладно, вы серьезно что ли? Хорош, завязывай. Давай мне фотоаппарат. Угу. Какой фотоаппарат? Это слизезащитные очки. Слизезащитные очки, такое название странное. Ладно, одно очко мы с вами получили. Давайте попробуем еще два достать. Ну хорош, ну вот специально делаете, да? Так, чтобы я тратил все свои... Ага, вот. Ладно, согласен, давай еще одно. Все, нормуль, друзья мои. Все, что нужно, я получил, только лишь по очкам. А нам нужно еще и стаканчики вот эти вот. 12 штук, немало. Так, кружка Олимпа, да? Так, мутаген выпадает. Вот. Еще одна кучка. То есть уже две. Три. Это уже хорошо. Так, четыре. Ну, я думаю, что мы уже с вами успели выполнить задание за это время, пока тут искали эти кружки. Забираем. Поднять уровень персонажа. У меня с вами... Сколько у меня мутагена? Ну, покажи, пожалуйста, мне. 12 тысяч. Мне хватит на Усаги до 70 уровня прокачать или же нет? А ну-ка, удиви меня. Друзья мои, немножко не хватает. Я думаю, что мы с вами накопим маленечко, да, мутагена и сделаем нашего Усаги любимого на 70 уровень. Я думаю, что вы тоже меня в этом плане поддержите. Так, обмениваем здесь дубли. Так, у нас больше нет никаких дубликатов. Ага, на караечке. Давай-ка сделаем вот так вот с тобой. И посмотрим, что у нас еще здесь есть. Так, походу ничего больше у нас такого нету. Друзья, знаете, что я решил сделать? У нас же не открыты черепашки, да, из видения. Это Рафаэль, Микеланджело и Леонардо. Поэтому я решил, что будем тратить с вами очки на открытие. На открытие вот этих трех персонажей. А после уже мы с вами сможем спокойненько покупать те самые осколки, которые нам нужны будут. Ну, герои нам нужны, мы должны всех открыть. Это уже другой вопрос по прокачке. Да? Ну, открыть мы с вами обязаны просто всех персонажей. Так, давай-ка посмотрим. Ну, ребята, мутаген я уже подзаработал. Все полностью я здесь открыл. Это хорошо. И давай-ка мы посмотрим, что у нас на турнирочке. Лига Сёгунов, 21 ранг. Ну, вы видите, да, меня сбросили все-таки эти маленькие паршивцы. И мы с вами... Что это такое за корявка? Я не знаю. Ну, я думаю, что мы, наверное, нет. Нет, корявку мы оставим, мы пойдем вот сюда вот. Авидиу. А знаешь почему? Потому что здесь кубков побольше. Ну, естественно, без Леонардо я никуда не пойду, я его беру с собой. Так, 69-й, почти 70 уровень. Тут слишком сильно не забалуешь. Так что, друзья, нужно быть предельно аккуратным. Я возьму Змею Карай, возьму сюда Криса Брэдфорда. Давай-ка, наверное, мы с тобой возьмем Рахзара, что ли? Нет. Змейка Вьюна и Карайку. Слушай, Карайку опасно брать. Давай возьмем, наверное... Да кого же взять-то? Давай, да, Рахзара. Все, уговорили меня. Я беру Рахзара. Хотя зря, наверное. У меня такие герои сильные здесь, да? Мне кажется, одного Леонардо здесь хватило бы, например, с тем же самым Рахзаром. Ой, как четенько это все получилось, друзья мои. Да, очень много использовал зря героев. Я так тихо. Что ты делаешь? Иммунитет повесил на себя, да? А он тебе нужен, парень? Вот скажи мне, он тебе нужен? Мы же тебя все равно здесь ушатаем. Вот так вот. Идеальная победа. Ну что же, сегодня, кстати, будем с вами проходить испытание на Армагона. Да, он у меня есть, я не спорю, но там же можно пофармить еще и других персонажей. Об этом не забывайте. Ага, 9-я позиция у меня. Отлично. Ну что, давайте быстренько сразу же в бой. Эмили. Эмили, что с тобой? Радость ты моя. Это у тебя, я так понимаю, маскарад на Хэллоуин, надеюсь. Раз ты так разукрасилась. Угу. Ну что, возьмем тогда ее, почему бы и нет. Лео, возвращайся, пожалуйста, ко мне. Здесь мы должны, так, 66-й максимальный уровень. Я думаю, что мы здесь вот так вот с вами, наверное, сыграем.
Слушай, я, честно говоря, хотел слабых персонажей отыграть, но, по-моему, здесь мне это не светит. Ну что, Лео, ты готов? Давай, не подведи меня, родной. Сделай все как надо, все по-правильному. Ай-яй-яй, маленечко лопухнулся. Ну, ничего страшного, друзья, ничего страшного. Давай дальше вот так вот сделаем. Ой, тихо-тихо-тихо. И начинается, да, и начинается у них вот сразу же. Начинает атаковать самого слабого персонажа у меня. Ну, хорошо, что у нас Паукус, да, быстренько все это дело сделал, пробомбил их. И мы с вами, да, в мастер одна звезда, 98-я позиция. Кстати, у нас скоро неделя закончится. Я надеюсь, мы все-таки дойдем с вами до Лиги Мастеров 2 звезды. Я очень сильно хочу, потому что мне нужны осколки. Мне нужно очень много, друзья, осколков. Так, что у нас тут? Тунг. Ну, давай Тунга, наверное, возьмем сразу же, да? 67-й уровень там у него. Здесь тоже слишком сильно не забалуем, но я все-таки попробую отыграть, наверное. Слушай, слишком, да, большой риск, если я возьму Тимми к себе в команду. Наверное, слишком большой. Ладно, я рискну. Я рискую. Эх, если не, мне сейчас Тимми положат, эта катка будет сыграна просто зря. Но я надеюсь, они не успеют. Так, бросаем бомбочку от Зека. Неплохо, неплохо. Так, давай, Лео. Прошинкую их всех тут. Вау, это для меня даже неожиданно. Друзья мои, очень прикольно получилось. Все слегли. Ну и мы с вами продолжаем. Так, нам нужно где-то до 50-го места добраться. Ну, почему-то я слишком сильно сомневаюсь в этом деле, потому что у нас не хватит элементарно персонажей. Так, Рауль, Оскар и Серый. Да, Серый. Давай, наверное, возьмем мы Оскара. Оскар Кучера. Так, берем обратно Леонардо. Так, 66-й максимальный уровень. Так, 66-й. Ой, друзья, как же все паршивенько-то, а? А почему паршивенько? Потому что у меня всего лишь два персонажа остается. А они будут драться. Слушай, возьмем, наверное, Леонардо еще. Там катка будет, наверное... Тихо! Ты смотри, что делать, а? Инициатива-то у него покруче, чем у меня будет. Ух! Так, ну, Усаги, сможешь добить его? Сделай, пожалуйста, это дело. Быстро и безболезненно для него. Ну? Да ладно, серьезно, что ли? Ну, Армагоша, не подведи хотя бы ты. Не подведи, родной. И он не подвел. На 23 тысячи урона он нанес со своего вот этого вот валуна. Неплохо. Так, ну что же, мы с вами... Давай 70-ю позицию, 70-ю. Так, 76-я, ладно, хорошо, фиг с ним. Давайте дальше продолжать. Так, Гуаны, Диггинс и Тиби. Хм. И я думаю, что, наверное, возьмем Гуаны с вами. Так, возвращаем Лео. У меня всего лишь два откатика остается. Этого мало. Но не забывайте, что мы с вами успеем еще получить 5 штук. То есть это 7 будет. Я просто прикидываю, сколько чего мне нужно для того, чтобы попасть в Лигу Мастеров 2 звезды. Ведь я больше чем уверен, что за это время меня опять же здесь сбросят. Не знаю, как низко, конечно. Так, здесь, конечно, заманчиво. Давай, наверное, мы с вами пробьем Бакстера Стокмана. Ать, хорошечно. Ну и добьем, наверное, с вами Донни. Изи. Слушай, неплохо, очень даже неплохо. И я думаю, что 60-я позиция нам с вами здесь светит. Нет, может быть 65-я. Вот так, скорее всего, будет. Давай посмотрим, что гадать. 65-я, друзья мои, как в воду глядел. Отлично, все хорошо. Ну что, с лигой мы с вами пока заканчиваем и переходим на наши очередные бои. Так, дай-ка мы вот это вот сделаем. Так, подожди, не сюда, мне надо. В испытание. Эксперт Армагеддон, да? И поехали, друзья мои. Да, будем тратить с вами сыр. Вау, ты посмотри, что мне дали. Мне дали имбу. Хм. Слушай, как интересно, докуда мы с вами сможем здесь дойти? На нашей имбе. Давай-ка глянем. Так, какой там 40-й уровень? Да тут можно на автобой, друзья. Я вам серьезно говорю. 40-й уровень, ну, вау, тихо. Смотри, как он начал лихо. Не, только лишь Донни получил немножко урона. Ну, это терпимо. Так, мутант белки, естественно, получает по шеям. Чу-чу-чу-чу, отлично. Донни, молодец, красавчик. Так, хорош, ты успокойся.
Ну, как понимаете, первый эпизод, да, в Армагеддоне мы с вами прошли вообще идеально, но тут, конечно же, по-другому и быть не могло. 40-й уровень противника был. Так, 2 ДНК. ДНК мы с вами, естественно, сможем распылить на сюрики. Так, а вот здесь вот, смотрите, здесь можно будет разыграть, например, Рафаэль Космос. Рафаэль Космос. Ну, я не знаю, выпадет ли он нам. Так, я думаю, здесь тоже так же можно на автобой поставить 50 уровень. Для нас это, в принципе, легко все будет падать. Они будут практически с удара. Единственное слабое звено здесь у нас Донателло, поэтому нам, наверное, скоро придется от него избавиться. Ну, в плане того, что я его уберу из нашей команды. Это будет где-то, наверное, через каточку, я думаю. Вот следующую катку мы еще пройдем с вами, да? А вот на следующей мы уберем. Так, ну что, победа на 3 звезды. Это все очень хорошо, мне нравится. Так, мы с вами получаем еще 2 ДНК на Армагона. И поехали сюда. Ну что, вот эту каточку мы, наверное, пройдем еще с Донателло. А вот следующую, скорее всего, придется уже проходить без него. Потому что там его, конечно же, быстренько завалят. И здесь я, кстати, буду уже разруливать ситуацию вручную. Погоди-ка. Ух, ну вы сами видели, да? Довольно неплохой урон наносит. Плюс он получает минимальный дамаг. Минимальный просто-напросто. Ну, уклонение, естественно, нам понадобится. Делаем нашу вертушку от Леонардо. Шик! И, как говорится, один на один с Армагоном. Давай вот так попробуем. Я думаю, что он труп. Да. Я даже не сомневался в этом. И еще плюс постепенно урон повесился. Ну, так как он погиб, он сразу же с него и слез. Постепенный урон повесился. Да, звучит, конечно, немножко нелепо. Ну что, друзья, 4-й эпизод. Приступаем. Так, Донателло, наверное, нам все-таки придется убрать тебя. И посмотрим. Одна волна из одной. Так. Ну, естественно, естественно, он сейчас будет тут лютовать, бомбить. Вау, ты прикинь. Вот это урон. Вот это он, да, всыпал нам сейчас только что. Если бы сейчас был здесь Донателло, я думаю, он упал бы сразу же. С одной просто плюшки. Ну, давай. Так, у нас выбор. Ну, давай я сделаю так вот провокацию. Я думаю, она лишней здесь не будет. Так, отдай-ка ему ответку. Ага. Так, уклонение. Нет, мы, скорее всего, с вами сделаем отхил. Потому что у нас пока есть провокация, да, на Рафаэле. Лучше нам с вами делать отхил. Так, бомбанули одну. Ну и, естественно, Леонардо сейчас будет делать свою вертушку. Как же без нее? Давай, Лео, ты готов? Эти белки, тупырихи. Вот, он готов и делает вертушку свою. Посмотрим, сколько урона нанесем. Слушай, мало. Мало, я, честно говоря, думал, будет больше. Да успокой. Ох ты! С одного кусаки, да? С одного кусаки он отобрал у меня пол хп. Но мы ему отомстили. Друзья, я не знаю, стоит ли приходить на следующий эпизод, потому что, ну, там будет уже 80 уровень. Это уже на пределе, на самом деле. Тут-то вы видели, да, как он бомбит. Очень-очень жестко. Это пятый эпизод 80 уровня. Это будет, наверное, колоссальный дамаг. Хорошо, друзья, я все-таки попробую. Но здесь мне, наверное, придется взять Донателло. Я знаю, что он погибнет, но в любом случае нам здесь не пройти на 3 звезды, как бы я ни старался. А Донателло будет, ну как, отвлекающий маневр. Так, наверное, сейчас упадет у меня Донни. А, оу, вау, тихо, тихо ты. Друзья мои, если он Рафаэля с одного укуса бомбанул, то о чем вообще можно тут дальше говорить? Ничего себе, да, просто для меня нежданчик. Я вот не ожидал, что Рафика просто с удара накроют. Сейчас, наверное, все упадут у меня, да? А, хорошо, что у нас уклонение было, да? То есть нам повезло в этом плане. А ну-ка. Ну, смотри-ка, Донни тут хоть как-то все-таки отыграл свою роль. Хоть и немножко, но тем не менее. Малорик, Донни. Жалко, что... Ага, вот так вот было. Попробуем. Ой, нет-нет-нет, там же защита была. Да господи ты, боже мой, друзья мои. Ну что же так, я лопухнулся. Там же была защита, там шлем был. Зря использовал, зря. Давай поставим тогда защиту, пока Донни еще живой здесь. Да, и надо снимать этот шлем. А после шлема, конечно же, нужно бомбить. Двойная атака, да, у нас? Раз. Давай вторую. Два-с. Так, добивает он Донателло мне, бедного. И смотри, опять вешает на себя шлем. А знаешь, чем это плохо?
А? Потому что у меня будет постоянно только бить майки. А у него очень маленький урон. Твою же маковку, а? Вот это я попал. Вот это я попал. Жалко, здесь нельзя поменять их местами. Ну, естественно, я буду просто вот Леонардом снимать ему шлем, да? Ой-ой-ой-ой, что-то грядет плохое. Так, двойная атака есть? Давай. Вот так вот мне придется, наверное, потихонечку, да? Не спеша его пробивать. Я устану просто-напросто. Опа, у него нету шлема. Ну-ка. Накося. Да ладно. Сейчас кто-то упадет. Сейчас кто-то упадет. Блин, да как же он бомбит. Он бомбит жестко просто-напросто. У него укусы такие. Ай-яй-яй. Армагуш, да успокойся ты. Он мне еще и... Он мне еще, друзья, и понизил, как видите, атаку. Давай, наверное, хильнемся на всякий случай. Хильнемся, да? И... Да успокойся, он опять постепенно урон повесил. Так. Ага. Нам осталось-то совсем ничего, друзья. Совсем ничего. Совсем капелюшечку, и мы его... Одолели. И мы его одолели. Фу. Ну, я вам говорил, что внутри звезды мы здесь не пройдем. Даже хоть я оставил бы здесь одну имбу. Вы сами прекрасно видели. Рафаэля просто с одного укуса отправил в небытие. А эпизод 6, ну, тут вообще это... Он 90 уровня. Я даже не буду говорить, что он там будет вытворять, друзья. Жесть какую-то. Так, ну что, мы можем с вами пофармить вот этот вот уровень. Погоди-ка секунду, пофармить уровень. У нас еще есть платиновые негодники. Давай посмотрим, что нам здесь предлагают. Так, железноголовый, усаги, ну это понятно. О, друзья мои, здесь делать нам нечего. Посмотрите, змейковьюн 90 уровня, плюс нейтрализатор. Они меня просто растопчат. Растопчат и выкинут на свалку. Нет, нет, никак не могу я. Я хотел бы, но у меня не получится. Кстати, космические странности, может быть, нам лучше здесь пофармить? Тут-то все-таки... Ну, покажи, кто здесь. Ага. Здесь, значит, можно Майки, Лео и Рафаэль Космос выудить. Давай попробуем. Потратим с вами последний сыр. Так, подожди-ка. Подожди-ка. Эпизод 6, да? Поехали. $2, ё-моё. Да ладно тебе, еще какую-то книжку мне дает. Блин, друзья, ну что за фигня? 3 золотых осколка. И вот так вот очень... Ну, хотя бы Леонардо Космос дали. Вот так вот, кстати, они очень любят сильно делать, чтобы тебе выпадала всякая ерунда, но не основные персонажи. Вот это меня раздражает очень сильно. Так, у нас с вами 695 фишек. А ну-ка, давай отправимся быстренько с вами в магазин, хотя бы глянем. Ох ты, смотрите-ка, я могу взять 5 ДНК на Джастина. Я думаю, это нужно сделать. Причем у нас сюрикенов пока хватает, не обеднеем, да? Ну, а караечка, как видите, у меня прокачана по полной программе. Так что не будем тратить. Так, ну что, друзья, как я вам говорил, да? А, нет, здесь мы с вами за жетоны, да? За наши монетки будем приобретать осколки. То есть тут все пучком. Значит, получается, у нас вот здесь вот. Да, друзья мои. Так, и смотрим, у нас 695, и мы с вами можем... Можем? Слушай, мы можем с вами взять 5 ДНК. То есть нам нужны с вами вот эти 3 основные черепашки, да? Которые мы должны с вами получить. 610 жетонов я могу себе, в принципе, взять 3 ДНК, и у нас будет 60. Давай возьмем Рафаэля видения. Это же Рафаэль у нас, по-моему? Да, это Рафаэль. Тратим. И всего лишь нужно будет потом накопить еще 10 ДНК. И, как говорится, Рафаэль у нас будет в кармане. Ну, может быть, еще будут какие-то ивенты, да? Где мы сможем набить хотя бы по одному, по 2 ДНК сверху. То есть нам еще меньше придется тогда на него искать. Но, в принципе, друзья, я скажу, что сегодня нормуль. Если бы Армагона бы у меня не было бы, да? Я бы очень сильно радовался сегодняшнему фарму. Потому что, ну как, даже не фарм у меня был, а просто я прошел до 5 эпизода. И посмотрите, даже можно глянуть, у нас же Армагон, да, где вот он у нас. Смотрите, я 14 ДНК набил, это я считаю круто на самом деле. Давайте мы это все дело, ух ты, 1470 сюриков мы сразу с вами получаем, и это круто. Так, больше у нас, по-моему, нету, да, никаких... Никаких лишних ДНК. Единственное тогда, что я хочу сделать, у нас с вами еще довольно немало пиццы. А мы можем с вами найти железной голове, да? Сколько нам нужно еще будет? 8 кружек.
8 кружек для того, чтобы получить, прокачать антивирус. Так, одна кружка есть. Ну, естественно, я трачу телепорты. Никуда не денешься, как говорится. Так, 3 кружки уже получил. 3 кружки, это хорошо. Так, пиццы там еще хватает у нас? 57 штук еще есть. Так, давай тогда потратим всю полностью пиццу. Я думаю, что мы успеем, наверное, все-таки найти достаточное количество кружек. Так, сколько нам там не хватает еще? О, еще одна кружка. Ну, изи. Так, давайте, друзья, до 5-й ступени прокачиваем. Так, посмотрим, что нужно для 6-й. Елки-палки, нам нужно найти с вами 14 наушников, да? И что это такое? Что это за скляночка? Хм. В общем, друзья, вы поняли, да? Нам нужно найти с вами вот этих вот 10 скляночек и 14 наушников. Это уже будем с вами делать в следующих сериях. Кстати, мы еще хотели же поднять уровень кому? Ну, естественно, естественно, нашему Усаги до 70 уровня. Я его прокачиваю. Ай, красавчик ты наш. Так, поклонился кто-то из подписчиков, говорил: Рэй, Усаги тебе поклонился, потому что тебя уважает. Хопа. Понял, что он делает? Опа-на. Понял? На мече поймал свою рюмочку, где у него, естественно, было налито саке. Я больше чем уверен. Так, ну что, друзья, забираем наш ревард здесь. Ать, ать, красота. Серия немножко коротенькая получилась. Ну, да ничего страшного. Самое главное, что мы с вами находимся в Лиге Мастеров. Да, ранг 70-й, не поспоришь. Но уже, как говорится, в кармане у нас будет что? А в кармане у нас будет с вами 55 платиновых осколков. Плюс 40 ДНК на Лео. Ну, разве это не круто? Я считаю, что это круто. Так что, друзья, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Всем пока.